с вами снова Диана. И я так думаю, это я снимаю для влогвик сейчас, сама без понятия. Воскресенье сегодня на дворе. Ауч, зонтик меня ударил. Воскресенье сегодня на дворе. Были у нас очень длинные выходные с четверга дня. Мы не учились с четверга дня, вау. Молодец, Диан. В общем, куча праздников, поэтому не учились. И я сделала все уроки. И как бы я такая, а что дома сидеть? Ой-ой-ой, какой. У нас погода. Очень сильный ветер, как бы, так-то нормально. И дождик немножко капает, так, эу. Я, конечно, я раньше вообще ненавидела осень, кстати говоря. И как-то, не знаю, почему я стала ее любить. Но вот такая вот погода мне совсем не нравится. Ууу, вам, наверное, так дует ветер. Так вот, о чем это я? Я решила, что дома сидеть. Пойду лучше я по магазинам, потому что мне нужно купить вещи для дома, очень много чего, потому что осень, Хэллоуин, хочу, чтобы моя комната была красивая. Вот, поэтому да, сейчас иду до торгового центра, который подальше, чем подальше от моего дома, чтобы как бы я прогулялась, сбросила жирок. Фигня. Сегодня весь день так темно, потому что эти облака. Я проснулась, думаю, 6 часов, что ли, как бы было очень темно. А на дворе было 12 часов. Конечно, да, Диана любит спать до afternoon. Ну, как бы ничего страшного. Вот, поэтому мне нравится мне сегодняшняя погода. Голова с утра еще из-за этого болела, мигрень. Я думаю, сейчас схожу, еще как раз даже покушаю в этом торговом центре, потому что там недорого и вкусно. А кто не любит недорого и вкусно? Камон, да вы все так любите. Я знаю. И вообще, я не знаю, кем быть на Хэллоуин. Все очень плохо, ребят. Как бы первый год, когда я пришла в нашу школу, я пришла в октябре как раз месяце, и я просто тупо не успела ничего придумать. Я только как бы пришла в школу, была новенькая, никого не знала, мне это было очень интересно. В прошлом году я была Wednesday Addams из семейки Адамсов. И не знаю, я как-то наткнулась на ее фотографию в интернете и думала, блин, я же обожала это шоу, когда я была маленькая. Поэтому я решила, я буду ей. Заплела косички, у меня была эта рубашка, юбка, так что нормально мне вообще было. А сейчас что делать, я совершенно не знаю. Это просто очень странно. Мне нужно что-то думать. Я уже думаю, буду оленем. Просто накрашусь как бы, сделаю себе тут веточки, и все. И в бежевое оденусь. Но как-то что-то неинтересно так. Как бы Хэллоуин. Хэллоуин, почему я так называю? Не знаю. Как бы он должен быть интересным. Ну, страшным, такой готическим. Не знаю, в общем, кем мне быть. Надо думать. Если у вас есть идеи, напишите мне в комментариях. Хотя я не знаю, если я выложу это видео до 31 октября, но надеюсь, что да. Так что да, если у вас есть идеи, пожалуйста, напишите мне в комментариях, кем мне быть. Потому что как бы есть безумное количество идей. Но просто нужно такой типаж, чтобы я под него подходила. Чтобы как бы были темные волосы. Чтобы это была девушка хотя бы. Так что да, я не знаю. Напишите мне, я сейчас скоро приду. И покажу вам, что я хочу вообще купить. Я купил еду, и я жду своей очереди. Там есть маленький телевизор, и там высветится мой номер. Мой номер 186. И его нигде не видно. В магазине я ничего не нашла, все очень-очень печально. Ну, как бы там много интересных вещиц, но они просто не подошли бы с интерьером моей комнаты. Да. И вообще нет ничего осеннего, я очень расстроилась. Никаких листочков, ничего такого. Так что да. Жду я, в общем, кушать. Пойду на верхние этажи, посмотрю, что там продается, может быть. Куплю себе шмоток чуть-чуть совсем, потому что надо экономить, ребят, надо экономить. Плохой влогер, потому
потому что я просто тупо забыла снять, как это все выглядело сначала. Ладно, там рис, вон там, и там донкасы, и тут супчик, и там была лоба. Ну, в общем, я вам потом покажу, как это все должно было выглядеть. Я извиняюсь, я его сильно очень люблю. Так вот должен был выглядеть мой ужин, но я его не сняла, но он выглядел одинаково, как бы, такой же именно. Так что, да, покушала, теперь... Пойдем за вещичками. Пошел дождь. Я себе ничего не купила, только купила носочки. Очень, очень полезная информация для вас, конечно. Да, я купила носочки, и гольфы, потому что начинает уже холодно быть. Я ненавижу штаны школьные. Колготки как бы еще рано, а вот гольфики можно. И еще я купила две штучки с Etude House. Это знаменитая корейская косметическая фирма. И моя подружка, которую вы все так любите, которая моя самая-самая красивая девочка у нас в школе, она мне посоветовала эту тушь, которая стоит всего $4. Что, конечно, да, сейчас дорого. Но, как бы, не очень, на самом деле, по сравнению со всякими Maybelline New York и все такое. Поэтому я безумно рада. Купила ее и купила себе карандаш для губ, потому что он классный. Но я не поняла, она сказала, что он и для губ, и для глаз. Я такая, окей. Так что, может быть, следующий лук будет именно с этими карандашами. Этим карандашом, как помадой, либо как айлайнер. Я вот не знаю, вот передо мной сейчас есть магазин пончиков, Krispy Kreme мой любимый. Нужны ли мне пончики сегодня на ночь или нет? Я не знаю. Наверное, нет, но, наверное, да. Все очень плохо, ребят. Не знаю, не стоит ли мне покупать их или нет. Хотя бы один. Да, сим хотя бы один. И кофе. Все так плохо. Ладно. Я, наверное, пойду и куплю себе пончики, ибо... Вам, наверное, очень близко мое лицо сейчас в глаза. Но это потому, что на улице идет дождик. Как бы это все, куда вылезает моя рука. А нет, вот. Где она такая глупая? Ладно. Я пойду покупать пончики, наверное. Я купила два пончика себе. И там были кружечки. Они их продают на Хэллоуин. У меня теперь такая красивая есть кружка. Хотя я очень люблю большие кружки, как бы. Она была не очень большая, но она такая нормальная. Декорации не купила для комнаты, зато кружку купила. Мне сейчас так стыдно и не стыдно. Я так долго на нее смотрела, а как бы я зашла в этот магазин, и там больше никого нет. Продавцы такие стоят на меня, смотрят, ждут. Не поймут, что я хочу еще от них, как бы купила уже эти свои пончики. Что мне еще надо? Ну, она такая красивая была. Ну как, ну она не красивая, но она мила. Давайте просто будем думать, что я люблю собирать кружечки. Потому что они мне очень нравятся. Так что да. У меня новая кружка. Я буду ее сейчас пить кофе и кушать эти пончики. Да. Потом я удивляюсь, как я поправляюсь. Ладно. Вот этот пакет мой. Krispy Kreme. Немножко животика моего было видно. Сорки. Так что да, сейчас пойду домой. Заварю себе кофе. Буду пончики кушать и начну с проектом, который мне нужно сделать до среды. Но так как я сегодня продуктивная баба, буду делать сейчас. Да. Ребятки, вот я дома, и да, что-то поменялось. Я пришла домой и сразу же стала пробовать
Все, что я купила, первое, что я купила, это Oh My Eyelash Curling Mascara. Как это называется? Тушь для ресниц. И да, я накрасила ее сейчас перед сном в 8 часов вечера, но мне безумно нравится. И да, мне кажется, я буду пользоваться ей всю зиму. Следующее, что я купила, это карандаш Play 101 Pencil. И это 30-й шейд. Вот. Что тут еще есть? Ага. Номер 30. Цвет выглядит вот так. Не знаю, вы можете ли это видеть. Я накрасила его на губы и накрасила его как айлайнер. Я не знаю. Просто балуюсь. Сейчас буду все, наверное, все смывать. И он тоже мне безумно нравится. Очень. Я все-таки думаю, что он не для губ совершенно, потому что он никак не растушевывается. Но при этом он очень пигментированный и очень мягкий. Я люблю мягкие карандаши. Так что, скорее всего, я буду его использовать вот так. Ну, в принципе, и на губы пойдет, знаете. Нормально. Так что да. Очень пока рада с этими двумя продуктами. Может быть, они будут у меня в фейвах. Не знаю, посмотрим, как дальше. И да, сейчас я буду вам показывать мою кружку. Весь этот пакет пахнет пончиками, мне сейчас плохо станет. Ладно, открываем. Уф, уф. Пам-парам-пам-пам-пам-парам-пам-пам-пам-пам-пам. Та-дам! Нет, не с той стороны. Но тут написано Crispy Screamies, что очень прикольно. Та-дам! Ну, посмотрите, это маленькая мумия. Ну, разве... Тут еще этот мышка летучая. Разве это не мило? Господи. Господи, господи. Это же просто самый... Это же просто самая милая вещь, когда вы либо видели. Это же великолепно. Я сейчас туда налью чаек и буду пить своими пончиками, которые тут.